силами КПХ РСП устраняются последствия артиллерийского обстрела одного из детских садов города Харькова. Снаряд попал в угол здания, срикошетил и после чего отскочил на территорию детской площадки. В результате были повреждения кровли, значит, рубероид был частично сорван и частично он был посечен осколками. Незначительные были повреждения парапета стены здания и выбиты стекла. Было выбито 22 окна. Наша организация, значит, мы меняем покрытие кровли, вот, стелим новый рубероид, окна зашиваем фанерой ДВП, стену будем восстанавливать, наверное, уже после войны. Работает 4 человека, и все повреждения мы устраним за 3 дня. Также во время этого обстрела, значит, был прилет на площадку рядом стоящей пятиэтажки. Взрывной волной были повреждены, повылетали окна. Также эта взрывная волна немного повредила и наше здание. Ну, в общем, мы все устраняем то, что имеем. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харківські звістя.